Тенденции весна-лето 2017 вновь подтверждают, что мода без принтов невозможна. Мы же сегодня заострим внимание на самом главном рисунке сезона – полоске. Черно-белая гамма актуальна каждый сезон. То есть, если вы не знаете, что выбрать, выбирайте черно-белые графичные сочетания. В этом сезоне, так же, как и в прошлом, актуальна полоска. А неважно, какая это будет полоска, диагональная, вертикальная или горизонтальная, выбирайте ту, которая вам больше понравится. И помните о том, что чем тоньше полоска, тем тоньше должна быть ваша структура. И, соответственно, если у женщины более пышные формы, тогда тоненькую полоску лучше избегать и выбрать средний размер рисунка. Не стоит привычно приписывать этот принт к деловому или вечернему стилю. Полоска самым выгодным образом сегодня предстает в расслабленных, спортивных и кэжуальных комплектах. Черно-белые сочетания очень хорошо дополнять яркими акцентами. В этом сезоне в моде ярко-розовый. И если вы дополните свой образ таким цветом, он будет выглядеть очень удачно. Это графичное сочетание, контрастное, то есть его можно использовать хоть где. И это имеет отношение скорее к типу фигуры, нежели чем к целевому назначению. Чем собраннее сам человек, тем больше ему подходит полоска. Соответственно, это имеет отношение и к характеру. Я очень люблю Коко Шанель и уважаю ее выбор, он правильный. Матроска, полоска, как угодно, это forever. Да, для меня очень важно качество, вот, поэтому эта марка, именно вот эта одежда, отшивается из натуральных высококачественных тканей. И я считаю, что каждая женщина должна позволить себе носить вещи с этих качественных, красивых тканей. Это ощущение, уверенность в себе, ну, это комфорт прежде всего. Сочетание черного с белым в этом сезоне совсем не выглядит консервативным. Современные подачи с правильными аксессуарами, прической и макияжем можно создать даже ультрамодный образ. Если они одевают очень контрастные вещи, какие сегодня были показаны, вот черно-белая коллекция, да, то может казаться, что лицо пропало. Тогда надо действовать только в одном направлении. Или глаза, или губы. Надо выбрать то, что у вас самое сильное, самое красивое, и на этом сфокусироваться и не стесняться сделать поярче. Что касается расхожей мысли об опасности этого принта в качестве оптической иллюзии, в современной моде она не актуальна, потому как на пике многослойные комплекты и конструктивно сложные фасоны. И потому решительным образом полоска не прибавит объемов, зато прибавит стильности и актуальности.